Ну вот отмыл те образцы, которые лежали. Сейчас покажу, что из этого получилось. Несколько. Ну вот кварчик неплохой. Небольшая друзка. Красиво играет. Ну, этот срез он. Перелифт с кописанника вон. Он и есть перелифт. Красиво. Ну, это без комментариев. Вот с Меднорудянского последний раз. Ну, хризокола это, конечно. Но мне нравится. Вот эта медная зелень. Которая набором железняки так красиво смотрится всегда. Это тоже оттуда же. Вон там животка какая-то. Тоже с Меднорудянского, Нижний Тагил. Ну, это липовка. Халцедончик. Интересно. Хорошо играет. Ну, это вот срез. Не знаю, что это. На опал не похоже, но такой плотный. Тоже липовка. Это плашечка. Тут тоже липовка. Каменюга попалась. Рисунок интересный, но надо полировать его.
Да, вот еще икренной так называемый камень отмыл. Играет хорошо, и цвет такой темно-зеленый, а ниже коричневый. Ну, это кварчики. С ёжиков, наверное. Тоже сросток кристаллов кварца.